Я сам себе хотел подарок сделать, просто заказать автобус. Мне нравятся автобусы, я не знаю, сидит во мне где-то этот червяк. Вот. С детства почему-то их люблю. Всегда мечтал быть водителем автобуса. Вот. Ну, работаю по другой специальности немножко. Ну, со мной поехали, ну, кто-то случайный попутчик, мы выложили объявление. Кто-то вот друзья, родители у меня подъехали тоже. Вот мы все вместе прокатились. Маршрут обдумывался всеми сообща, то есть, чтобы охватить полностью весь город. Вот. Те, кто случайные попутчики, чтобы им просто показать, как бы, что здесь в Первоуральске есть, чего нет. Ну, ностальгию, теплые чувства вызывает, потому что вот этих гармошек здесь в Первоуральске нету уже на протяжении 20 лет. То есть в 2004 году они прекратили свое существование, их все порезали на гвозди, на кастрюли сплавили, вот. И как-то хочется вот немножко в то время окунуться. Сам по себе автобус интересен тем, что он выпущен не в Венгрии, в Будапеште, а в Кургане. Такие автобусы собирались специально для Екатеринбурга. Специальная модель, то есть разрабатывалась для Екатеринбурга, потому что, например, у стандартного Икаруса коробки автомат никогда не было, здесь стоит коробка автомат. Больше 20 лет он, получается, эксплуатировался в Екатеринбурге, и этим летом их отставили от эксплуатации уже ввиду возраста. Вот мы таким образом, получается, наш автоклуб пытается продлить жизнь этому автобусу, то есть вот такие вот заказные поездки мы стараемся как можно активнее, чтобы во всяких ретро-пробегах и вот какие-то мероприятия, день рождения, экскурсии, чтобы автобус принимал участие.